Линейки, цветы, концерты, благодарность учителям и родителям и даже выставка домашних питомцев в одесских школах. 31 мая звенели последние звонки. В торжествах участие принимали не только выпускники, которые уже вовсю сдают внешнее независимое оценивание, но и младшеклассники. В большинстве школ не стали подходить к последнему звонку формально. Концертные и танцевальные программы репетировались не один месяц. Неизменным было одно – пожелание выпускникам поступить в тот вуз, который они выбрали, а более юным школьникам как следует отдохнуть летом. С одной стороны рады, с другой стороны будет грустно, без школы скучать будем. К экзаменам готовимся, тесты решаем, скоро будем писать. Да, готовимся к тестам, но жалко, что расстаемся с некоторыми старшими одноклассниками, которые уходят. Я очень рада и очень хочется, конечно, закончить школу. И как бы мне очень нравится так учиться, отдыхать, ездить куда-то с родителями.